дорезался до дна, и здесь обнаружилась трещина прям по всей. Немножко обидно. Полтора часа работы на смарку почти. Готовая форма была. Ну да ладно. Вот пришлось повторить практически такую же. Здесь уже форма практически готовая. Здесь на чистовую. Сейчас буду обрабатывать. Чаша выбрана. Внутри попросили шлифовать. Так что сейчас буду заниматься шлифовкой. Как всегда, начинаю шлифовалкой на клапане. Здесь можно шлифовать торцом с усилием. Выбираю дно, ну и стеночки подровнять. И потом уже обычными лепестковыми разной зернистости.